Так, вот опять тут наш товарищ, значит, опять что-то облюбовал. Какое заведение? Печку, здравствуйте. Здравствуйте, доктор. Так, здравствуйте, 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 очень прекрасно. Так, я что? Я помню, ты рекламировал, говорил, там хорошо готовят. Давай, иди, угощай. Че, слабо? Нет, я хочу сказать, ты что, проголодался? Да, обмываем твой отпуск. Ты проголодался? Попозже проголодались, пока еще не совсем. Ну, значит так, это все будет после. Ты что мне вот скажешь вот об этой стройке, товарищ? Стройка мой, дорогой. Такая, она тут обширная идет, только не знаю для чего. Да, а для того? Для чего? А для того, чтобы сюда стекались бабки города. Дзержинские бабки? Да. Вот сейчас, дедушка, вот бабки. Сейчас мы спросим, старичка. Минуточку, подождите. Вы, вы сами из города Дзержинска? Из города Дзержинска? Вы как вот относитесь к городу вообще? С пониманием или как? С пониманием. С пониманием? Как вас величать? Я? Иван, да. Иван Федорович. Иван Федорович, очень, очень приятно. Я что хочу сказать? Вот эта вот стройка вас не возмущает? Нет. А? Нет. Не возмущает? А почему? Почему? Да. А потому что надо же строить. Нет, погодите, строить. Ну вот, например, очередной супермаркет ведь, наверное, строят. Вы согласны, наверное, что очередной супермаркет строят? А? Молодой человек, ну надо, значит, надо строить, и все, что это я буду... И вас не волнует это? Не волнует. Почему? Потому что... Серьезно там, не волнует? Там стоит это самое, пожар, ты здесь будешь. Нет, ну понимаете, уже, наверное, магазинов уже хватит достаточно для города. А? Сами разбираются, молодой человек. Ну ладно, спасибо вам за откровение, если... Я патриот города. Патриот города, да? Патриот города. Ну ясно. Что, ну, что только... строят это, ничего страшного, ладно. Что загромождают город, это ну, тоже хорошо, да? Ну, хорошо, нехорошо в городе. Ну понимаете, тесно, городу то надо отдышка. Правильно. Сейчас, слава богу, мы жили по-всякому. Так ведь нет? Нет, это понятно так. Вот во времена СССР-то как мы жили? Хорошо? А вот я на поселке Калина жил, там справа и слева заводы стояли, цеха. Ветер подует, роза, значит, калина дает нам, мы дышим, хлорки и прочее, там подобное. Знаешь завод Калина? Да, конечно, знаю. Все? Завод Корунд. Да, Корунд. Все химические. А вы в каком цеху работали? Я работал, значит, в аммиаке последний. Аммиак? Аммиак. Цех аммиака? Да, не старый, а новый. Ага, это понятно. Построили, вот я туда пришел, от Валтузи полтора десятка лет. Вы ветеран труда, короче? Труда. Да. Ясно, все, ясно. Все. А если не секрет, сколько пенсии у вас? Сейчас у меня это остается без всякой грязи за 20. О, это хорошо. Глядите-ка, у вас пенсии хорошие. Да, вот. Потому что мне же 86-й год. 86-й год? Да. Батюшки, и вы на велосипеде еще ездите? Да, Бог дает, слава Богу. Но вы ведете здоровый образ жизни? Конечно, стараюсь. Вот молодец. Вот это я приветствую. Молодец, молодец. Я бы не сказал, что вам 86. Да мне многие говорят. Да. Многие. Да, я бы не сказал. А это как у вас со второй половиной? Старенькая. Тоже старенькая? Старенькая. Ну, еще и крепится, да? Да не терпит. Больше я в Алтузии. И похлебку варю, и все. Правильно. Ну, так что теперь? Кому-то надо это делать. Ясно. Понятно. Вот сейчас с утра объехал все свои позиции. На природу дышать. Правильно. Молодцы. Проехал, уважаю. Разгрузился. Что тут? Ага. Кормов называется. Хлеб, прочее. Корма. Ну, Бог вам помощь. Спасибо вам. Спасибо. И вам тоже самое. Наш свет устроит. С наступающим праздником. Всего доброго. Здравствуйте. Здравствуйте. Бог вам помощь. Спасибо. А что это вы нас тут? Я вот вяжу знакомые лица все. Да. Да. Вот что, Саша, я. Не Саша, Алексей. Алексей, да, Леша. Алексей. Ага. Вот. Ну вот снимаем. Народные репортажи делаем. Да. Да, о людях в городе Дзержинска. Угу. Негативные такие казусы, хорошие. Вот посмотрите, нормальные я вас вещи. Перебью. Вот что? Каза стоит. Да. Где? Вот машина. Это газон. Муниципальная так, земля. Так. Здесь ставят двое. Вот.
постоянно, вот в этом доме живут. И глядя на них, вот уже здесь все приезжают. И кому не лень, все сюда, кому встречку, кому внимак, кому в эту металлогию, кому просто так в гости, все это проходной двор. А вот это? Это тоже. Вот и в капсуле им баллоны, вот я гляжу, сирень. Я гляжу, вы что-то посадили сирень, или что-то? Сирень посадили. Чтобы красиво было и полезно. Да, уже не поехали. Это вы все вдвоем делаете, да? Или еще как? Втроем еще. Еще одна есть. И вон вдоль дома тоже. Потому что у нас вот тоже там вот ставили машины. Так что эти машины вот здесь есть давно, уже закопали. Здесь была трава и дорогу. А теперь там грязно, да. Они все сюда. Ну что скажу, господа, горожане, вот с такими вещами мы сталкиваемся не раз. Вот женщины уже какой раз, я слышу, недовольство проявляют от этого, что ставят машины на газон, это действительно так везде. Ну что скажут, значит, будем бороться. Мы уже боремся. Пускай власть еще раз задумается об этом. Мы за 5 год боремся. Сохраняем. Ну что, спасибо вам. Дай Бог вам правильно. Здоровья. Самое главное, чтобы нас таких становилось больше, тех, кто борется. Сначала одна, потом да, три, а потом еще. Друг на друга смотрят и подтягиваются потихонечку. И вот все правильно. Здесь тоже вот, благодаря нам. Правильно, молодцы. Просто если власть не занимается этим, кому еще остается? Это проявляется. Я уже гляжу, не только вот вы первые, мы уже делали и во многих местах тоже самое. Я гляжу, город еще кто-то поддерживает. Сами жители поддерживают. Спасение утопающих, дело рук утопающих. Мы были в другом вот каком-то, да, действительно. Вообще-то, это ужас. Но не помню, где уже. Я уже столько много репортажей наделал. Я выставляю в интернет, потому что в Дзержинское телевидение они сами себе. Вот, а мы сами себе. Потому что кто-то что-то может вырезать, не то вставить. Ну, понимаете, всякое. Вот. Сейчас они вроде бы стали работать лучше, Дзержинское телевидение, уже намного лучше. Но вот, допустим, год назад, они просто сидели, сложа рукава, и думали, кто им подскажет, что делать. А подсказывает им власть им подсказывает, что делать. Нет, мы вот там просто один первый год в Юпи, помнишь, нас пробировали, и по телевизору показывали. Класс, да? Да. Ну, наши, молодцы. Значит, у нас звезды. Дзержинска стали. Мы стараем. Ну ладно, всего хорошего вам. Спасибо. Ну вот с этим машиной, конечно, бороться надо. Вот здесь газон. Теперь здесь будет грязь одна.